Это наши профессионалы, наша гордость. Судье надо кепочку дать. Жарко, Анатолий Владимирович? Дайте кто-нибудь кепочку судье. У нас есть наши скураны? Вот. Товарищ судья, возьмите. Судья совсем вот он у нас вдруг угорит. О, вам идет, Анатолий Владимирович. Товарищ судья, спортсмен Пупков, собака верный, сдача УКД, готов. Доклад судье. Рядом. Сидеть. Комплекс. Поставка укладки стойки. Паников у нас где? А, нет, мы уже не будем сдавать. Нет, я не буду сдавать. Ко мне! Рядом! Один штрафной балл. Ко мне ноль штрафной, да? На подходе ноль. Ко мне. Всего один штрафной балл, да? Подход дрессировщик уже еще оценил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
следом. Бросаем его по первой очереди. Апорт, один балл штрафных. На команде рядом два отклонения. На команде рядом два штрафных. Два балла. Лежать! Есть штрафных баллов у нас, но есть сколько? Пять? Пять штрафных баллов. Шесть. Ира. Шесть. А, шесть. Шесть. Да, да. Бежать. Команда места. Бежать. Здоровалась собачка с судьей соревнований.
Сколько штрафных баллов набрал спортсмен на команде местных? 3. Команда рядом. Уважаемые зрители, можно пройти, и вот там есть лавочка, можно, наверное, развернуть как-то вот так, чтобы всем было видно, чем вот стоять. И там лавочка, там лавочка. Портировка. Рядом. Иди. ВШО порода. Белая швейцарская овчарка. Рядом. Комплекс, усадка, укладка, стойка. Голосом положите собаку. Держи!
есть, чтобы собачки молчали, чтобы не срывали другим собачкам соревнования, выступления. Комплекс. Рядом. Команда места. Сколько штрафных баллов команда места? 1 балл. Команда ко мне, 1 штрафной балл. Команда рядом. Народу на месте.
корректировка. Комплекс. Посадите собаку. Успокойте, пожалуйста, собак. Не нужно громко аплодировать, потому что собака тоже отрывается. Потом поблагодарить спортсмена. Ноль штрафных баллов, да, нету. Отлично. Команда место. Сергей Белько, подойдите, пожалуйста, к микрофону. Ко мне. Сергей Белько, подойдите, пожалуйста, к микрофону. Место. Имена Галина. Назовите, пожалуйста, Фельку Сергея. Я его уже три раза зову, не слышно. Спасибо, Галина, хоть вы нас слышите. Ноль, да? Не, сейчас дождемся еще. Красных баллов.
Один штрафной балл. На команде рядом. А портировка? Поблагодарим за выступление нашего посольства. Я заодно отклонение был. Вот он, твоего времени, наверное, у него не, не надо на эту скидку давать. Ну, значит, я проиграл. Тогда давай еще берем. Нет, у меня с ураганом в Малинарке. А, с ураганом? Да. Я там проиграл. С ураганом один балл. Так, да? А у него что было? У тебя повторная команда была на комплексе. Да. Да, ураган тогда второй. Ураган второе, первое. Я просто с этим... Я что-то максимальная оценка у нас будет 14 мая, потому что снарядов нет. И а это 50 баллов всех, потому что спортивно, Да, смысл судить. Ну, все примерно одинаковые. Сереж, ну мы едем сюда, что, я отлично не за этим. Подзыв. Толя, а на подзыве у твоей собачки нормально все было? На подзыве, по-моему, один балл. На подзыве один балл. Толя, не забывай подзыв еще писать. Там написано все. Рядом. Отзыва нету здесь. Рядом. Команда ФУ навык не принят, я так понимаю, да? Почему? Принят? Здесь все принято. За зубы сходишь. Рядом. Толь, что за на команде ФУ? Команда ФУ нормально. А, нет. Команда ФУ нормально, показ прикуса 0. Показ прикуса. Так, собачки команды сидели, вы новичка. То есть на расстоянии 5 метров или 10 метров. Хорошо, все, собачки команды сидели, садите. Голосом и жестом положите собаку.
бежать. Собака вышла из трехметровой зоны. Еще одна попытка. Дрессировщик стоит на месте. Другие нарушили. К сожалению, да, сидеть, лежать, стоять. У Решетова намордник 5, то есть максимальный штрафных. Так, давай по штрафным полям Решетова сейчас скажу. 50 баллов у вас. 50 набрано. Набрано. Это собака. А сколько? Все вместе? Общая. Максимальная оценка у вас. Ну, это получается дрессировщик и собака? Нет, дрессировщик не учитывается. Не учитывается? Ну, 50 баллов получается. А почему у нее здесь написано? Почему у нее написано? Потому что нету комплекса. Если еще были бы барьеры, еще бы плюс 14 баллов было. Ну, 14 с ним. Как бы разные карандаши взять. Профессионал в один цвет написать, любителя в других, другим цветом. Может, их ручкой писать? Давай. Следующий участник. Номер 14-й, Брошникова Ольга. Ольга, она пришла, нет у нас. Она, походу, уехала. 15-й номер. Дмитричук Анна. Дмитричук Анна. Американский питбуль терьер Черри. Вон они идут. Вон они. А что, вот это резиншнауцер тоже нет? Не знаю. Резиншнауцер у нас идет. Они в новичках, вот они еще. Нет, потому что они все есть. Сейчас я выделю. Номер 16, да? Нет, 15. Ну, другая система. Это не пола, не пола. Есть тут? Thank you.
меняем на другую команду. Собака вышла, да? Команда местного.